Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Ривенгард. Так, забираем с тобой награду. Это что такое? Что это мы получили, я так и не понял. Окей, что у нас здесь? Не врубился пока. А, бесплатно, ну конечно же. Заберем с тобой 250 монет. И тут у нас... А, фестиваль закончился, что ли? Нет, ребята, доступно на уровне силы 6. А у меня сколько, интересно, уровень силы? Не знаю. В любом случае, мы с тобой до сих пор еще играем в первую кампанию. Она очень долгая, длинная будет. Смотри-ка, здесь гоблины у нас какие, а? Стоят. Ну, а мы с тобой будем сейчас их наказывать. Жестоко наказывать. Так, здесь маги. Здесь два воина и два лучника. Получается так. Поехали. Так, сейчас мы с тобой подберем. А что нам подбирать? Мы возьмем с тобой конника, да? Теперь вы можете поменять героев перед сражением. Так, когда будете готовы, нажмите начать. Так, очистить. То есть это кого мы не будем с тобой брать, да? Ну давай не будем брать, наверное. Я хочу проверить, как она хиляет. Давай вот так вот сделаем. А, это я наоборот беру, да, с собой? Или нет? Что-то не могу понять. Подожди, вот это вот я... оставляю или... или что? Так, минимум три героя. То есть вот так вот я всех убрал. Хорошо. Раз. А как мне их вот... А, вот, вот так вот мы расставляем, да? Все, я понял. И вот так вот. Ну, лучника, наверное, мы с тобой лучше вот сюда поставим, мне кажется. И девчулю уберем, а поставим лучше вот так. Ну что, поехали. Мы с тобой ходим первые. Я конника, наверное, сразу вот сюда. На исцеляющий, так скажем, камень поставим. И будем наказывать. Ну-ка, бомби. Слушай, крутой лукарь у меня, на самом деле. А магичка, что она делает? Только лишь хиляет или она может атаковать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что же вы делаете, ироды? Ну-ка, бомбани по нему. Вот, ой-ой-ой, не добил. Что вот это такое, а? Активировать. Ага, восстановила себе здоровье. Нам нужно вызывать помощь. Блин. Мне вот это не нравится. Ах ты. Зараза, ты посмотри. Так, сможешь пробить? Да, должен. Молодец, красавчик. Так, теперь. А, хилять определенного бойца. Ну давай вот этого. 13 к жизни. На-ка. Ну конник очень мощный, поэтому, ребята, его не пробьешь так просто. А вот того надо убить. Достать не сможешь, да? Я понял. Ну давай тогда ты, если что, хильнешь. Вот. Ух ты, а эфирного конника тоже, оказывается, можно лечить, ребят. Вот такие вот пирожки. Ну что? Прошли. Побед за нами на 3 звездочки. Кстати, скоро у нас с тобой прокачается рыцарь. Ну, а мы с тобой что такое? Попробуйте другую игру. Snow Sprint. Это что такое? Я не знаю, ребят. А, играл. Я подумаю. Так, что у нас здесь? Давай-ка мы, наверное, применить. Еще спрашивают меня. Конечно, применить. Теперь на мага. Одеваем. А что будет, если у нас все, вот все шмотки будут, а? Что мы сможем с тобой сделать? Задание.
Наносит урон. Так, нанесите врагам в бою 100 единиц урона. Отлично. Монетки. Карточка на рыцаря, конника. А вот это что такое? Что это за боевые жетоны? Вот они. Они вот сюда идут. Так, пропуски рейда. У вас 2 штуки. Используйте пропуски рейда и получайте награды за сражения, в которых уже заработали 3 звезды. А, понял. То есть я могу проходить определенные уровни повторно. Понял. Ну что же, в бой. Тут что-то врагов слишком много, тебе не показалось так? Что-то перебор. Герои делятся на магов, воинов и разбойников. Так, я понял. Типа у меня перебор, да? Уберем мага. Вот так вот сделать хочу. Нет, не хочу я так делать. Мне нужен лекарь. Ну что, попробуем? Что ж ты так близко-то подошел, а? Ну-ка. А почему один? Почему один только? Вот это мне не нравится. Ай-яй-яй. Как все плохо, друзья. Как все плохо. Ладно, добьем. Ты у меня, пожалуйста, вылечи лучника. Так, а тут-то как быть нам? По идее, вот этого надо уничтожить. Но и в то же время вот эти вот мешаются. По-моему, друзья мои, фейлом пахнет. Причем жестким. Ну-ка, вырубишь? Нет. Не вырубила. Мало ты ему хильнула, мало. Да чтоб тебя. Блин, все, ребят, проиграли. Наверное, проиграли. Хотя, кто его знает, проиграли или нет. Минус. А что, ты не можешь стрелять, что ли? А, тут еще, смотри, шипы. Магичку потеряем. Похоже, первый мой фейл на сегодня будет. Ну ты посмотри, что они творят, а? Не выживу. Ай, друзья, первое поражение мое. Еще раз, конечно, еще раз. Только на этот раз мы сделаем немножко по-другому. Мы будем брать с тобой не просто там каких-то стрелков, лучников, а именно боевиков. Я просто ни за что бы не подумал, что вот так вот быстро распетрушат мне конника. И, наверное, нам здесь лучше поставить вот так. Подожди, я ведь могу... Так, правильно... Я могу всех выставлять, елки-палки, а я втроем хожу. Глупец. Ну что, теперь поехали. Будем наказывать. Добей-ка этого хлыща. Нормуль. Так, коняшку. Вызываем коняшку. Ну а ты, магистр кислыщей, давай свою цепную молнию. Ох, как прекрасно. Уничтожаем. Бедный эфирный солдатик погиб. Ну что ж, давай. На-ка. Не так. Ладно, фиг с ним. А, мы сюда с тобой перейти не можем. Через шипы идти. Хотя, вот здесь вот мы можем атаковать. Прекрасно. Слушай, ну девчуля-то у нас очень сильная. Давай добьем, наверное, вот этого. Подожди. На. Добей. Все. А то я тут тремя героями выпендриваюсь. Конечно, продолжить. Там же написано 5 максимальное количество. Нет, выпендриваюсь. Так, что у нас тут, ребята, выходит? Ух ты.
Ну, мага, да, надо бы прокачать маленько. Магический урон повысился. Так, Арей получил, да? Ну что, двигаемся с тобой дальше. Что-то такое впечатление, что бойцов... Смотри, какие-то мыши тут будут. Ну что, начнем. А что так приближенно-то слишком? Я вот сюда вот встану, ребята, и сделаю удар молотом. На! А сейчас-то будет, смотри, как круто. Цепнуха. Блин, обожаю этот удар. Лучник. Добьешь вот этого, интересно, или нет? Нет, не получилось. Хорошо. Эфирочку. Добьем вот этого мага. Ой, мага, этого, гоблина. Слушай, а ведь как-то можно прокачать здоровье эфирным рыцарям вот этим вот. Мне кажется, потому что они призываются. Видел, у них сколько? Шкала здоровья не полностью у них. Так, ну-ка этого охламона. Нормуль. На-ка. Блин, ты смотри, выжил. А так? Найс. Это я понимаю. Блин, да когда же ты прокачаешься? Ух ты! Три карточки получили, да? На нашего всадника. Что? За каждого друга вы получаете... Я подумаю, оставлю. Я подумаю. Что-то здесь у меня есть. Но я пока не вижу, что. Что-то можно получить. Ага, призвать. Ну-ка. Давай, давай, что-нибудь путевое. И... три карточки на Энта. Опа, сэр Матео. Конечно, повысим. Лучезарный орден. Слушай, неплохо. Здоровье плюс 11. Урон, ну урон маленько, да, конечно. Прибавочка у нас была. Так, здесь что? Новый уровень? Вот так вот. Вот это я понимаю, друзья мои. Вам доступна арена героев. Коснитесь раздела бой. Так, коснитесь назад, чтобы увидеть больше режимов боя. Вау, лига новичков, друзья. Сражайтесь с другими игроками, чтобы повысить ранг и увековечить себя в зале славы. Друзья мои, здесь тоже есть ранги. Прикинь. Вау. Ну что, попробуем разочек, а? Ага. Тут вообще с двумя звездами. Не, ну с этим явно я не пойду. А вот здесь вот можно. Здесь можно попробовать. Ну что, ребята, в бой. Блин, круто. Я обожаю игры, где есть ранги. Так. Надеюсь. Только вот интересно, это автобот или... Мне кажется, это бот будет сейчас в данный момент. Так, спрячемся с тобой в кусты. Давай вот так вот расставим. Ход врага. Ой. Ой. И вот я ни за что бы не подумал, что он так далеко может ходить. Давай кайфирочку вызовем с тобой. Вот сюда вот. На, на. Сюда встанем, сейчас молотом будем бить. Фиг я что тут смогу бить. Так. А этого... Ох ты, какой живучий. Цепнуха нам пригодится. Слушай, что-то как-то... Ой-ой-ой-ой-ой. Мама, мама, помоги мне. Ох ты, ты посмотри, что он там делал. Я не знал, ребята, что... Эфир, ну так жестко бомбит. Блин, как быть-то, как быть-то лучше. Сможем мы ушатать этого парня или нет? Живет еще. А если вот так? На! Минус лучник, друзья мои. Теперь вот я не знаю, надо нам браться за мага. И причем плотненько браться. Поехали. На-ка! Ой!
Боюсь, лучника потеряем сейчас. О, он вызвал эфирных, ребята, бойцов. Минус лучник у нас. Ё-моё. Да куда это хильнуло? Да, это фейл, друзья мои, чистой воды. Чё у него маг-то такой, блин? Живучий, как я не знаю кто. Трындец. Вот это я отгребаю, друзья мои. Вот это да, вот это я... Вот это меня тут разбирает. Да ты посмотри, по 17, по 8, по 10, по 15. Как так может быть-то? У него нету звездности, да? Но у него очень мощные атаки. С чего вдруг? Ну да, получил поражение, ребят. Да выпендривался, блин. Слушай, так дело не пойдет. Я сейчас еще разок сыграю. Чего? Не, ребят, извините, но я, наверное, пока пас. Выдали мне тут тоже, спасибо большое. Давай-ка я лучше призов сделаю. Ну? Кто? Опа! Это кто такой? Таро. Убывающая луна. Таро улыбается опасности, смеется, когда бегут другие, и ухмыляется в лицо собственной смерти. Вот так вот, ребята. Ему смешно, понимаешь ли, где это у нас? Вот, убывающая луна. Я могу его немножко прокачать. Интересно, а луна против кого эффективна? Против каких бойцов, а? Даже пока не знаю. Ну что? Ага, я могу улучшить скилл. Так, уровень силы 4. Теперь у тебя 10. О, 10 жетонов призыва, прикинь. Ох, друзья мои, сейчас мы что-то с вами получим. Нифига. Так, смотрим. Да ладно. Прохладно. Оу, горячо. Найс. Very good. Excellent. Чувачок, так. Блин, ну нифига. Ё-моё. Слушай-ка, 50 жетонов. Ну-ка давай-ка. Осколки можно использовать для открытия новых героев, но еще они нужны для возвышения уже открытых героев. Так, обычных героев можно повысить до необычных, когда они достигают 2 звезд. Так, это все хорошо, ребята. Ну-ка, повысить. Да, конечно. Ну что, друзья мои, он становится у нас необычным. По идее, так должно быть, да? Ага, а новенького я пока ничего открыть не могу. Могу только вот здесь вот повысить. Ну что же, одну звездочку Тара у нас получил. Так, задание выполнил какое-то. Забираем награды. Угу. Опа, и сундучок. А в нем что? Монетки, гемы, сапожки, еще сапожки. И призов. Есть карточек на конника. Блин, как мне нравится, а, когда вот так вот все. В начале игры всегда, ребята, так происходит. Ну-ка, и кто? Ох, ёк-каламане. Друзья мои, необычный, необычный герой доступный. Солнышко, огненное пойло. Солнышко дарит всем свет и тепло. Этого достаточно, чтобы сжечь целую армию. Вот здесь я соглашусь. Друзья мои, мне достался дракон, ты представляешь? И это у нас огненное пойло, стихия. У него сразу 2 звезды идет, прикинь, сразу. Вау. Так, подожди, а что я могу сделать?
Видишь, тут у нас с тобой что-то, что-то... А, вот, 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 повысить. Сэр Матео прокачался. Ну что, ребят, я очень-очень этому рад. Так, теперь нам надо с тобой выйти отсюда, да? И пойти добивать главу. В бой. Сейчас мы с тобой возьмем дракона и посмотрим, что он из себя представляет. Так, у некоторых существ есть магическая броня. Она поглощает 50% магического урона, пока не пропадет. Не забудьте, что можете поменять героев перед сражением. Я понял. Вон, магическая броня, я видел, где ребята. Так, вот этого, наверное, уберем. Вот так сделаем. А, я еще хотел вот этого проверить. Вот так вот. Начать. Магическая броня, вон, ребята, видите, синяя. Ну что, попробуем. Сюда. Сюда. Так, конника сюда поставим. Ах ты. От гаденыша, ты посмотри, а. Ну что, настала очередь моего дракончика. Что он делает? Проверим. Ох-хо-хо-хо-хо-хо. Ты видел? Вот так вот, ребята. Он наносит вот такой урон. Фига ты. А он крутой. Мы когда получили с тобой звездность вторую, ты посмотри, как мы их разбираем. Вообще на изи. Вообще просто я, ребята, их снес, даже не заметил. Так, прикольненько. Ну что, пошла, как говорится, маза. Давайте применим предмет, который только что нашли. Применим. Выберите арея, но выберите ячейку предмета. Ага. Теперь используйте его, чтобы увеличить запас здоровья и укрепить броню арея. Найдите больше предметов, чтобы сделать героя сильнее. Ты понял, да? То есть мы с тобой вот это вот находим, так еще и разные штуки. А это на каком? А, редкого нужно его возвысить. Выковать можно. Столько всяких приколюх здесь, в этой игре. Ну-ка давай применять. Физическая броня усилилась. Так, а вот это-то что такое? Вот ты видел, да? Смотри внимательно. Желтеньким он почему-то отмечается. Так, здесь мы можем надеть рубашку. А здесь уже ничего, да? А что же на тебе-то можно? Я не могу понять, сделать. Что-то я вот не вижу. Скоро? Сервида. То есть, ну, игра, ребята, новая, поэтому все очень может быть так. А что же нужно тебе сделать, я не могу понять. Пока не ясно. Выполнили задание. Забираем награды, сундук. Монетки. Гемы. Ресурсы. И опять монетки. Понял. А вот это что такое? А, понял. Фракция лучезаров, да? Это обозначается. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. У нас 20-я миссия. Так, тут рубашка, наручи. В бой. Кабанья пасть. Да, я ставлю такой состав. Мне он очень понравился. Особенно понравился, как дракон тут шпарит. Это, конечно, что-то с чем-то. Цепную молнию мы с тобой применим вот так. Прикольно. А что у него вот это за способность? Ну, предположим, давай так. А, не понял пока что-то, если честно. Минус. Такое ощущение, что он его как бы...
А, он сделал провокацию на себя. Вот оно что. А дракон еще что, отхиливается, что ли? Ну-ка. Так. Бомбим. Уничтожаем. На ты. Слушай, а этот парень-то крепкий, ты посмотри, у него броня. Есть броня внизу. А синяя — это магическая броня. То есть он вообще офигенно крутой. Просто офигенно крутой чувак. Мне повезло, что мне выпал такой персонаж, ребят. Так, наручи плюс рубашка. Это я могу сейчас все одеть моим персонажем. И, естественно, я буду это делать. Так, ну-ка. Одевай рубаху. Так, физическая броня укрепилась. Здесь, ага, магическая броня. Новый ранг. Новый ранг. Опа. Вот оно что. Мы с тобой когда набираем полностью, ребят, мы повышаем ранг. И от этого у нас поднимаются характеристики. И при этом еще прокачивается вот эта вот штука. Так, до необычного нам нужно, чтобы у нас вот появился еще один скилл. Ну что, я считаю, что это круто, ребят. А мы продолжаем с тобой. 21-я миссия. Ух ты. Ну, тут врагов не так много. Вау, чувак на ящере. Блин. Так, выиграйте до 3-го раунда, чтобы добиться молниеносной победы. Вы получите вдвое больше золота. Давай. То есть 3 хода мне дают, да, на все про все. А я не смогу достать. Ладно, погнали. Сюда. Давай-ка вот так сделаем. Сюда поставим. Блин, неохота в шипы в эти влазить, но придется, ребят. Ну-ка, вжать. Блин, дракон, конечно, это круто. Так, 2 хода осталось, да? Минус. Давай здесь ударим. Успел. За один ход. Нормуль. Так, ну получил каких-то плюшек. Давай-ка мы сейчас, наверное, ну все это оденем. Опа. Давай, 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 конечно. Здоровье плюс 5. На арее. Урон плюс 2. Так, повышаем уровень. Воу. Так, жетон призыва. А вот это кому интересно? Кому этот меч? Инвентарь. Вам стал доступен инвентарь. И что же в нем? О-о-о. Коснитесь предмета, чтобы открыть кузню. Ну давай. В кузне можно улучшать и возвышать предметы. Улучшить. Возвысить. Так, а, у меня не хватает значков каких-то. Твою же дивизию, друзья. Твою же дивизию. Ты посмотри, тут чего только нету. Тут... прокачка героев, прокачка брони, прокачка скиллов, улучшение. О, лавры какие-то, блин. Трындец. Плюс арены, компания, офигеть. Так, что? Так, понятно. Давай сюда еще раз. Так. Можем прокачать, да? Чуть-чуть. Ага, шанс крит удара. Плюс 25. Крит урон плюс 26. Выковать. А что, какие не хватает, интересно, ребята, этих? Так, возвысьте героя и открывайте новые уровни редкости. Скоро. Слушай, ну это круто. Блин, такой прикольный чувак этот, да? Он мне напоминает чем-то из Tower Conquest'а какого-то героя. Никак не могу понять, какого.
Так, хорошо, давай еще. Что у нас тут еще по прокачке? Ага, орей. Выковать. Улучшить. Еще. Не могу. Нужно возвысить как-то. Как-то вот возвысить, пока еще не разобрался как. Забираем награды. Угу. Карточка на арея выпала. Погнали дальше. 22-я миссия. Ох, ё. Смотри-ка, сколько тут карточек на Ханну нам дается. На нашего мага. Точнее, не маг, а он хиллер. Так. Ну, естественно, сразу ставим боевика нашего на исцеляющую клетку. Этих всех просто сюда чуть-чуть поближе подведем. Вот так вот. Награду мы получаем, ребята, двойную, если успеваем пройти до 4 ходов. Офигеть, что-то они мне тут воина моего хорошенько так потрепали. На! Оу, щит. Ты сам видел сейчас все. Мне он тот не нравится, ребят, смущает. Так, давай попробуем. На, блин, слабо. Сюда. Минус. Надо как-то мне вон туда добраться. Блин, вон до того, до дальнего. А я не могу этого сделать. Ага, убегает. На. Ну-ка. Опа, кританули. Есть, я успел. Я успел, значит, получается, награда у нас усиленная. Продолжить. Так, ребят, вы пишите в комментариях, как вам игруха, кстати, зашла, не зашла. Как по мне, так вроде бы очень офигенно. Много механик. Так, повышаем Ханну с тобой. Лучезарный орден. Так, давай наденем, наверное, наручи. Тут выполнили задание. Ага. Сундук. Отлично. Что там? Монетки. Гемы. Шмотка. Браслет. И призов. Ого. Так, это мы кому-то можем одеть. Кому интересно? Давай вначале призов сделаем. Сожмем кулачки. И... Так. 50 карточек? Вау. А я его случайно не смогу? Нет, а сколько нужно? Сколько нужно для тебя карточек, чтобы тебя повысить? Пока не могу. Ну так, древние руины. Сколько нужно осколков? Я никак не пойму, вот, ребят. Чтобы его возвысить. Так, Ханна. А, это на тебя, да? Здоровье плюс 8. Выковать. Так, это еще плюс 7, да? О, еще могу, что ли? Почему вот это вот не дано? Не дают мне, ребят, запрещают. Что-то нужно сделать, я пока не пойму, что. Какие-то нужны осколки, судя по всему. Ух ты, нифига себе, это кто такой? Это персонаж какой-то. Ронин. Так, значит, на все про все 3 хода. Подожди-ка, а почему? Я не хочу... Давай вот так вот, наверное, сделаем. Уберем, уберем. А кого тут убрать? Вот так, наверное, сделаем. Начать. Дракончик, иди сюда. Ага, вот так вот. А почему ты не можешь здесь призывать их? Я не могу понять. В чем проблема? Ладно, переместись просто хотя бы. Вот сюда встанем. Вот как можно. Дракон может бомбить издалека. Отлично. Интересно, тут есть у кого-нибудь контратака? Будет такая возможность? Парень, тебе не повезло. Так, мы встанем сюда.
ударим. Поджарь-ка. Ах, вы засранцы. Подбили мне бойца моего, ты прикинь. Угу, две звезды, ребята, только лишь две. Ну, это понятно, потому что я потерял персонажа. Как они так интересно хитренько там сделали. Что-то меня это не устраивает. Я переиграю, друзья мои, с вашего. Смотри-ка, тут будет герой с соколом. Надеюсь, никто не будет против, если я переиграю. Я сделаю немножко по-другому. Уберу. Поставлю мага сюда. И вот так вот. Поехали. Ну-ка. Блин. А ну-ка, влупи. Сюда встанем. Он очень сильный, вот этот персонаж. Вырубим? Вырубим. А этого? Ясен перец, вырубим. Так, дракончик, давай-ка мы вот... А, ты не можешь. Ну-ка, блин, этот тебе мешает. Вот так вот. Ага. На. Иди сюда. Блин, не достанем. А ты сможешь достать? Нет. К сожалению, не сможет, блин. Я укладываюсь или нет? По-моему, уложился, ребят. Ну, вот совсем другое дело. А что это такое у нас? Рунные фрагменты костей. Каких костей? Непонятно. Ладно, пускай будут. Нам они пригодятся. Ну, звездочка такой. Тинь. Так. Ага, мы нашли кожаную шапку. 18 к броне. Хоба. 46 брони. Сжечь предметы. А, вот как оно. Сжечь предметы. Короче, ребята, если у нас в излишке есть какие-то предметы, мы их можем сжигать и получать ресурсы. Так, осторожно, этот гоблин может наносить критические удары. Какой именно? Вот этот? Начать. Мне плевать, что он там умеет делать. Мы вначале вот так вот в него. На! А что они такие живучие? Подожди, они... А-а-а, они на уступе стоят. Ну, мне кажется, дракон-то по барабану на этот уступ. Ха! Не могу, ребята, использовать. Побежали. О, блин. Ты видел? Что он сделал? Как так-то? Просто с одной плюхи, ребята, ушатал. Нифига он там критовик. На. Да он мало того, что критовик, он еще... Слишком далеко, говорят. Ну-ка, а так если... Трындец. Он живучий какой-то, чересчур, если честно. Давай сюда ставим. Опасный типок, опасный, ребята. Ну, две звезды как-то меня не особо это устраивает. Еще раз. Но я сделаю немножко по-другому. Я... Уберу вот этого. Поставлю сюда вот так. И в... Нет, этого нельзя убирать. Блин. Поехали. Вот это значит, да, наносит крит атаку.
Угу. Нам бы его... Так, подожди-ка. Ну, в принципе, да. Ну, давай. Блин, горелый. Он же меня сейчас уничтожит, этого лучника. Вот это, наверное, все-таки крит наносит. Сейчас посмотрим. Да, ребята, вот этот крит наносит. Значит, нам нужно с ним разобраться. Блин, боюсь, мага ушатает он сразу же, да? Попробуем. Так. Этого убрать подальше. Да ты запарил, а? Так, лучник, давай. Жги. Ты тоже жги. Жги. Нормуль. Ух. Да, критовики тут, конечно, очень мощные. Я не знаю. А что против крита может помочь нам, а? Уклоняшка какая-нибудь? Опа-на. Зубчатый кинжал. Выковать. Блин, не хватает вот этого порошка, ребят. Понял? Забираем. Монета призова, кстати, нам достанется. И сразу же ее применяем. Так. Ох ты. Ох ты. Снова призвать. Секунду. А что-то здесь показано, но я, ребят, пока... А, на Монте. Так у меня же не хватает. Зачем вы мне это показывать? У меня не хватает ресурсов. Погнали. Скоро, друзья мои, босс через 5. Гоблин на Чокоба. Ого. Опачки, это что такое? Это что за... Так, нам, наверное, здесь... Блин. Давай попробуем, наверное, вот так вот. Ну что, начнем? Ну, во-первых, цепная, да? Прекрасно. Теперь вот так. Здесь. Блин, никак, придется бежать. Ать! Вот гаденыши. На! Блин, тут нам никак не вызвать. Даже подкрепление себе не поможет. Зря я, наверное, сюда спустился, а? Все-таки надо было лучника оставлять. Я не могу здесь ничего сделать. Смотри. Да хорош уже. На. Давай вот этого. Блин. Достанешь? На-ка. Что-то я за дракона переживаю. Давай уберем его, наверное. Ай! Достают. Они достают. Он того уничтожим. Так. Сюда встанем. На. Но с двух сторон будет поприятнее. Так, а этого уведем с собой вообще, не знаю, в небытие. Так. На. Выкуси. Я уложился, друзья, не надо мне ля-ля. В свои отложенные ходы я справился. Погнали. Получили какой-то молот с тобой. Кому-то его можно надеть. Так, я подумаю. А ну-ка.
А что мы можем на нашего дракошу надеть? Применяем, конечно. Увеличиваем здоровье. Так, на нашего рыцаря. О! Применить. Блин, сжечь предметы. У меня пока еще нету тех предметов, которые я могу сжечь и, как говорится, использовать. У меня все под завязочку, ребята. Тютелька в тютельку. Погнали. Ну что, уже совсем, ребята, чуть-чуть остается. Улей. Какой-то еще улей на маяке будет. Так. В принципе, команда меня это устраивает. Очень даже. Ну что, врежем? Да-да-да. Так, добивку надо. У него броня, у этого брони нету. Блин, он слишком далеко. А ты? Да, те воины, которые не имеют брони, ребята, они вообще ватные. Просто ватники. Ты можешь их с полтычка уничтожать, все будет хорошо. Ай! Блин, я пошел наверх, а они снизу на меня напали, да? Ну-ка. Вот этого попробуем. На! Кританули. Досвидули, да, как говорится. Так, два хода еще у нас с тобой. Ты зря, парень. Вот ты зря, парень, руку на моего конника поднял. На-ка. Выкуси-ка. Зажарим. Прекрасно. Что? А, он получил уровень. Арей получил у меня уровень, друзья мои. Третий. Что мы тут можем прокачать? Ага, улучшить. Конечно, улучшаем. О чем тут, ребята, может быть речь? Опа-на. Стальной шлем. Найс. А у тебя что? 7 к здоровью. Новый уровень. Так, жетон призыва, друзья. Так, вам доступны гильдии. Вступите в гильдию, чтобы найти союзников, получить улучшения и помогать другим. Я свою гильдию создам. Вау. Так. А ну ведь я же получил монету призыва. Поэтому использую ее. Итак. 10 карточек. 10 карточек на Ханну мы с тобой получили. Так, что-то здесь. Ага, вот. Повышаем Ханну. Отлично, друзья мои. Ханочка наша прокачала. А почему, интересно, здесь два боя? Я что-то не понял. Так, секунду, подожди. А, забрать. Монеты, гемы, ресурсы, ресурсы. Символ фракции лучезарный. Так, для возвышения героя до необычного и редкого. А, тут еще, видишь, что нужно. Вот, ребята, не просто так. Ну что, двигаемся вперед навстречу приключениям, друзья мои. И, кстати, ресурс, который мы с тобой получаем после боев, тоже имеет редкость. Там звездность есть. 1, 2, 3 звезды. Ну что, я думаю, команда, в принципе, неплохая. Давай попробуем. Тут овраг какой-то нам мешает. Так, маги. Ну, у них нет брони, у этого защита от магии. Если я пыхну сюда, вот сюда вот. Ай, как хорошо, да? Блин, почему слишком далеко? Ну ладно, давай сюда встанем. Конника сюда переведем. Ай, опять начинает за свои фокусы. Мой ход, говорят. Ну давай, на. Выкуси. Блин, не добили. Причем мы с тобой даже этим драконом землю поджигаем.
цепнуху, конечно же, что тут думать. Трындец какой-то, на. Одного не добили, гаденыша. Он еще выпендривается, тут посмотри на него. А, у него броня, ребята. Так, звездани ему. Все. Еще бы не победа, ребята. Скоро кто-то еще получит уровень. Новый уровень получает у меня мой дракончик. Так, это значит, я ему смогу прокачать скиллы, верно? Вы нашли брошюру опыта. Можно использовать для повышения опыта героя. Ого. Давайте попробуем. Выберите... А почему Ханну, блин? Применить. Так, можете выбрать другого героя, если хотите. Да, я хочу другого героя. Например. Нифига, дракончик у нас. Оу. При гибели солнышко взрывается, и на окружающие клетки летят обломки металла и брызги горящего топлива, которые наносят от 8 до 17 единиц урона. Так, поджигает клетку цели, дальность 3, и солнышко не находится рядом. Давай вот это вот, наверное, мы улучшим все-таки, да? А, я и могу и здесь. Оу. Кул. Так, урон плюс 1. Прекрасно. Вот я хочу здесь, например, на солнышко. А, так, ух, тут еще книги, ты посмотри, вот это вот. Офигеть. Слушай, ну солнышко у меня слишком крутое. Да, мы сделаем его еще круче, да? Так, он может летать, пересекать непреодолимые клетки. Нельзя вылечить, но можно поч... он механический? В начале хода броня полностью установлена. Нифига у него статы. Забираем сундук. Монетки. Гемчики. Молот. Так, а вот это что такое? Вот это что? Надпись. Надпись живучести. Это куда же я могу эту надпись живучести воткнуть? Блин, еще столько персонажей здесь, друзья. Офигеть, вот это вот, я так понимаю, легендарные, да? Грязнули. Грязнули. Сереброкорень. Так, ладно. Давай. Возвысим. Ребята, он становится у меня необычным. Так, характеристики, активной способности 50%. Так, пассивка тоже 50. Ары теперь может повысить уровень опыта до 17. Вот так вот. Первый враг, который нанесет Арею урон в ближнем бою, каждый ход будет получать... Нифига! То есть, если кто-то его первым ударит, тот об этом пожалеет просто очень и очень сильно. Так, а почему здесь мне не предлагают сжечь предметы? Почему? Не знаю, ребят. Так, применяем. Улучшаем. Сжечь. У нас есть, по-моему, да, что-то? Лишнее. Нифига нет. У нас все, все лежит на своих местах. Ну что, 28 уровень, ребята. Скоро босс. Да-да, скоро будем пыхтеть. Но у нас бойцы уже прокачаны. Я думаю, мы подготовимся. Так, осторожно. Гоблин может блокировать атаки. А какой именно-то? Непонятно. Не-не-не-не-не, пускай встает. Эй, ты чё? Давай, начать. Так, ну ты видишь, да, тут прекрасно показано. Ох, скрита, ребята. На. Поджарим. А-а-а, вот он, который может. Все, я понял, ребята. Он может блокировать атаки. То есть полностью, да, блокирует? Ну-ка. А вы не слишком ли там крутые, эй, ребятули? Ну-ка. Да так. Да чтоб тебя, он блокирует, ребята. Он блокирует, серьезно тебе говорю. Как это слишком далеко? Блин, он действительно слишком далеко.
Yeah. Так, еще два хода у нас есть на наши развлекушки. Давай сюда, бомбанем. Ты бомбанешь вот отсюда, а ты вот сюда. Найс. Уложился, ребятушки, уложился. Так, новый уровень получает у нас Монти. Все, забываю, как его звать. Монти, конечно же, Монти, ребят. Глупо не знать, да еще и забыть. Ух ты. Примите участие в фестивале. Длится 6 дней и 8 часов. Так, что там королевство за стеной? Красный крыс из Вельма. Ох ты. Ох ты, смотри. Ну что, ребят, примем участие? А как? А что для этого нужно? Не пойму. Что для этого нужно? Так, откройте героя редкости обычный. Ну я, например, хочу этот. У меня нет цветочков таких. Недостаточно цветов для покупки этого сундука. Участвуйте в сражениях, зарабатывайте очки фестиваля, достигайте новых целей. По очкам фестиваля, чтобы получить... Только вот не могу понять, как мне принять участие здесь. Достигните новых пределов. А, секунду. Это, наверное, давай-ка посмотрим. Вот. Площадка фестиваля. Блин, да подожди, ну а как? Фестиваль длится 2 недели. Может быть... Нет, не сюда. Фестивальный бонус цветов и партии. Получайте больше цветов. Так это получать цветы. А как мне... Сам бой-то начать? Лига новичков. А, тут еще гильдейские рейды. Слушай, а можно как-то мне самому создать гильдию? Че, только поиск, что ли? Ну-ка. Так, конечно, создать самому надо, ребята. Всего лишь 1000 монет стоит создать гильдию. Так, название гильдии. Так, друзья мои, я назвал клан разрушителей. Минимальный уровень силы, пускай будет 2. Символ мы с тобой сделаем флага нашего, наверное... Наверное, вот такой. И регион. Регион, конечно же, желательно Россия. Подтвердить. Создаю. Все, ребятули. Вы все прекрасно видели. 20 мест есть. Так что добро пожаловать в разрушители. И будем наказывать. Жестоко наказывать. Так, ну а мы с тобой занимаемся дальнейшей прокачкой. Так, щит. Применяем. Выковать. Улучшить. Сжечь предмет. Блин, я все купаюсь на эту фигню. Сжечь предметы. У меня нет никаких предметов, чтобы сжечь. Так, сапожки одели. Это одели. Так, а что-то еще? Подожди, Монти, а что на тебя можно надеть? Улучшить, конечно же, скилл. Прекрасно. Ну что, остается добро пожаловать в гильдейские рейды. Сражайтесь бок о бок с товарищами по гильдии. Каждый участник гильдии сражается в собственной битве, но урон засчитывается для всей гильдии. А теперь постарайтесь нанести боссу как можно больше урона. О-о-о-о-о-о-о. 3 попытки. Я пошел. Друзья мои, я пошел на босса. Присоединяйтесь и будете мне помогать. Что за бомбы? Ой. Одну бомбочку я в него... Сколько? Ой, ребят, я, если я его буду здесь один бомбить, это знаешь, сколько будет? Это... 1000 лет я его буду здесь бомбить. Постарайтесь нанести боссу столько урона, сколько сможете. Количество ходов ограничено, так что поспешите. Здесь у всех врагов универсальная броня. Универсальная броня — это поглощает весь урон и физический, и магический, ты понимаешь? Также у них есть слабость сущности. Попробуйте использовать героев противоположных сущностей. Вон он, ё-моё, блин. А почему мне показали вот... Так, враги слабые против существ. Так, зеленых и красных. Зеленых и красных.
Ладно. Ой, там надо было еще одного героя поставить. Я забыл, ребята. Какие-то шипы тут. Что-то как-то я не знаю, ребят. Ну давай вот сюда поставим. Сюда. Ох, мне кажется, сейчас он мне тут взгреет, друзья. Йоу. Ёк-макарёк. Ребят, я же не знал этого. Ну-ка. А я что, своего убил, что ли? Ну-ка. Это труба. Да ну. Это... А я могу уничтожить яйцо? А, я могу сразу уничтожить яйцо. То есть оно не вылупится, да? Но я этого не знал же, например. А вот это вылупится, по ходу дела. На тебе. Да, друзья, ну тут конечно, вообще жесть. Просто жесть. Эти... Да, даже яйцо не завалил. Слушай, может быть... Ну, если я этих дракончиков убивать не буду, ребят, они меня забомбят. Ну, ты сам понимаешь, да? Оу. Бедный мой рыцарь. Кританул все-таки на дорожку я. Конечно, меня запинали. Ребят, первая попытка кончилась. Заходите в клан, помогайте. Ребят, я не справлюсь с ним один. Просто не справлюсь. Ты видел, что он творит? Какую дичь. Так, удвоенный опыт. Смотрите, ветер магии приносит вам. Это хорошо, что удвоенный опыт. Так, это... Еще две попытки у меня есть. Что у меня тут? Давай, забираем. Так, книга опыта. Книга опыта. Слушай, я ведь могу сейчас потратить на дракона, ведь так? Могу. Блин, не хватает, чуть-чуть совсем не хватает. Ты понимаешь? Совсем капелюшку. Слушай, подожди, а вы... Используете способность воина в 5 раз. Ага, ага. Ты понял, да, намек? Ну чё, я пошел. Ребята, жду вашей помощи. Мы должны одолеть это. У него 15 тысяч единиц здоровья. Я ему нанес всего лишь пока 176. У него, ты видел, какие там у него способности у босса? Ну, мне кажется, его в любом случае даже хотя бы не убить. Но надо побольше атак нанести. Так, ну давай вот сюда попробуем. Ну что ты? Вставай сюда, поехали, ребят. Ой... Лютый, лютый, конечно, этот дракон, друзья мои, очень лютый. Что он вытворяет-то? Да почему мой дракон получил урон? От чего, блин? Да я нифига не понял, ребят. Он получил урон от чего-то, чего хрен узнает. Че он там стоит? Давай бомбить его. На! Крит урон, так ему и надо. Влупляем. Вообще не вижу, чтобы... чтобы я ему урон хоть какой-то наносил. Нет, по десяточке рубим. По десяточке есть. Блин, почему мой-то всадник попадает под удар? Я вот этого не могу понять. Давай, на тебе. У него блок. Ага. Тронул, теперь будешь погибать. У него еще ледяное дыхание. Поехали. 14. Блок. Что, что, что? На. Пипец. Он же сейчас улетит, да? И, по-моему, яйца свои ставит. Ага. Ну, с яйцами мы, я думаю, разберемся сейчас. Ага. Разберемся. Хотя, погоди, вдруг разберемся все-таки. Нет, я не смогу, я не успею, ребят.
Одно яйцо все-таки останется, скорее всего, да? Ну-ка, убьем. На! Ладно, еще терпи. Мага только не трогай. Вот. Твою же налево, блин. Бедный мой дракончик, а. Погиб. Погиб. Короче, ребят, тут надо бомбить чисто его. Уже плевать, как говорится, на все. Просто его уничтожаешь. Я знаю, что мы будем получать звездюлей. Но они... Иначе они так будут меня постоянно, ребят, здесь отвлекать. Я ничего здесь не смогу сделать. В атаку! На блок. А этот да и бежать даже не сможет. Трындец. А ты? Слишком далеко. Давай тогда так сделаем. Одним подонком меньше, да? Куда он улетел-то? Тонны урона. Слушай, ну я еще что-то тут. Ох, дракончик у меня новый уровень. А все-таки, ребята, если, как тебе сказать, персонаж погиб в бою, опыт все равно начисляется. Поэтому я прокачиваю своего солнышка. Сюда. Это тоже на прокачку. И задание выполнил. Забираем награду, 150 монет, плюс карточка на Арея, и все, что ли? Ну что же вы так жидковски-то мне? Так, ребят, я последнюю попытку сейчас буду тратить. Сколько? Блин, я офигею просто. Ну это действительно босс так босс. Тут даже нечего говорить, ребят. Ну что, друзья мои, последняя попыточка у нас с тобой остается. А награда фестиваля, а что это такое? Герб какой-то. И плюс очки. То есть вот, если от 1 до 40, короче, максимально это 40, да, получается. Легендарный удар. Ребят, мы должны с вами получить достижение легендарный удар. Но для этого нужно, ну, пускай даже не убить его, но хорошо его потрепать, на самом деле. Очень хорошо. Так, что у нас? Конника, да, поставим с тобой сюда. Хотя, нет, ну ладно, пускай будет конник. Поехали. Блин, он еще, видишь, прикрывается этими шипами. Фиг к нему подберешься. Вот здесь вот тоже непонятно, да, почему мой герой тогда получал урон. Может быть, это сено горит, что ли? Я не знаю, ребят. Видишь? Блин, сразу призов делает. Ну хорош. Еще не делает. Мы его мага просто взяли там. Ну-ка. Нет, это опасно. Сам, блин, своего же. А теперь вылупим хорошенечко. Но все равно, несмотря на то, что у него блок, ребят, я пробил. Давай, рыцари. На, на. Он сейчас улетит отсюда. На-ка тебе. Блин. Вот это его вонючее дыхание. Че, попробуем уничтожить яйца тогда. Ага. Не хватило. И че это, блин, я только... Я ход потратил только на то, чтобы уничтожить эти яйца. Нормально. Ну-ка. Блок. 14 минус. Тут минус 8, да? А, воу. На тебе. Понятно. Нет, ребят, я буду бомбить чисто этого ханорика. На тебе. Слушай, смотри, там уже вижу немножечко. Одну ячеечку я отнял у него. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот что он делает. Ты видишь ледяные шипы, ребята? Все понятно теперь. Так, это десяточка, да? А что ты? Ты понял, вот где он лед ставит? Ты не можешь сюда даже вступить. Обалдеть. Все, он улетел. Тонны урона, блин. Вау.
Слушай-ка, я получаю медальки. Вот оно что, ребята. Это прекрасно. Так, ну что? Попытки у меня кончились. Через 11 часов 48 минут у меня будет следующий шанс с ним подраться. И я его упускать не намерен. Применяем. Ух ты, прокачка. Так, они имеют 8 единиц брони и 12 единиц урона при атаке. Это хорошо. Прям замечательно. Ох ты, роднулька ты мой. А что это такое? Так, провоцирует всех врагов рядом на один ход и получает силовое поле прочностью 40 единиц. Вот оно что. Но я тебе говорил, что он провокацию как бы на себя берет. Потому что он когда ударял, гоблин сразу на него переключился. Ну что? Гильдейский рейд я сделал, ребят. Тут еще гильдейские войны будут и плюс проекты. Так, а что у нас там еще есть с тобой такого? Да подожди ты. А, у нас еще есть арена. Тут еще натиск. Это вот когда уровень 9 силы будет. Берег сокровищ. Это на 7 уровне силы откроется. И элитная компания. Соберите все звезды в главе номер 1. Смотри-ка. Мне совсем немножко, и я 55 цветочков возьму. А чтобы открыть сундук, нужно сколько там? 1000, да, цветочков? Или 5000? Ладно, не имеет значения, пойдем. У нас скоро босс. Прутик какой-то там, еще что-то. Смотри, у лучника какая. Фу-фу-фу, будет стрельба, но это какой-то особенный лучник. Ну что, начнем, пожалуй. Так, броня я вижу у этих, у 4. Броня, да? Маг, как мы знаем, игнорирует броню. А ну-ка, вжариваем. Ай, как смачно. Я прям обожаю, ребят, когда так происходит. Ну какой, слишком далеко. Ну, ну подойди ты поближе. Давай сюда встанем. Ать. Давай, добьем его. Изи. А легче пареной репы. Так, что у нас тут? Жетончика нету? Нету. Так, ладушки. Что у нас с тобой получается тогда? Последний уровень. Угу. Давай. Применим. Светлый маг. А вот это что такое? А, дальний бой. Ну почему дальний бой? Он и вблизи может бомбануть. Ух ты, посох попрошайки. Ладно, фиксим. Наденем посох попрошайки. Пускай идет милость. Ну что, друзья мои, босс, вот он. И мы с тобой получим жетон призова. Я тебе хочу сказать. И это круто. Ну что? Жалкие рыцари. Глупые рыцари. В атаку. Защищайтесь. Хватит болтать. Жалкий мелкий рыцарь. Хе-хе-хе. Еще и броню забыл. Вовсе нет, я не мелкий и не жалкий. Молчи, Матео. А он даже ничего не сказал. Так, уровень с боссом. Берегитесь Гиба и Гоба. Самые талантливые копейщики династии Ринзи. Что, серьезно, что ли? То есть критуют, наверное, не по-детски, да, я так понимаю. Кого нам лучше взять здесь с тобой? Наверное, вот так вот. Ну, вот сюда вот можно поставить мне? Раз, два, три, четыре, пять. А, так у меня максималка, все, я понял, ребят. О-о-о-о. Ну что, начнем. Прекрасный удар. Прекрасный. Ну-ка. Накося. Критуем. Подожди-ка, я могу? Блин. Ладно, давай тогда вот так вот мы с тобой сделаем. Смотри, коннику по барабану на шипы, он проходит через них. А вот этот нет, он именно, блин, в шипах застрянет. Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. Ай, как смачно. Давай сюда подойдем. Ой, ничего себе. Вот это ты, парнишка, отжигаешь. Так, я могу убрать? Я могу, ребята, убрать, ну-ка. Так. На тебе. Провокацию, блин, не достаем мы с этой провокацией.
Этого зажгем. Блин, мне не нравится, ребята, что... Рыцарь погибнет мой, скорее всего, сейчас. Твою ж дивизию, блин. В принципе, этот гоблин сосунок. Так, давай-ка еще разочек. Я хочу переиграть, ребят. Что-то мне... Что-то мне не понравилось, как мы с тобой сыграли. Начать. Ну, тут сделаем, как и делали. Тут все хорошо. Вот так вот мы сделаем. Наш дракончик пыхнет сюда. Крутенько. Посмотрим. Да блин, он и здесь не кисло бомбит, а? Ты посмотри. На тебе. Ага. Вот, видишь, щит я себе сделал. Провокацию плюс щит. Он даже щит не может пробить. Ха-ха-ха. На. На тебе. Я же говорю, на 3 звездочки пройдем. Прекрасно, друзья мои. Очень хорошо. Так, ну что. Мы прошли, забираем с тобой. О, эпический сундук. Монетки. Гемы. Ох, ё. Бронька прикольная, ребят. Бронька для кого? Пока непонятно для кого. Монетка призова. Давай. Кто у нас тут? Герой. Ага, Матео. 50. Матео на 50. Секунду, я же что-то получил, да? Выковать. Или мне показалось? Так, давай забираем здесь нашу награду. О, 5 цветочков, ребят. Книга опыта. Еще чуть-чуть, и сундучок будет моим. Ага, блокирование урона 25, сейчас 15 идет. Слушай, а вот это же можно... Броня мага, это же можно сжечь. Улучшить щит. Вот как оно работает, ребята. Максимальное улучшение до 3. Так, 2 молота, и они одеты на наших бойцов. Все, я понял. Прекрасно. Прекрасно. Так, а что это здесь? А, это означает, что пройден, да, уровень? О, гоблин на Чукоба. Тут гоблин-маг, тут старейшина какой-то, а дальше уже будет 2-й эпизод. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, я сегодня закончу эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!